Приветствую, друзья, YouTube-канал «Да, это так». Ярослава Маслова. Приветствую нашего зрителя. Я приветствую Ростислава Кравца. Я вас рада видеть. Добрый день. Добрый день. Вы сегодня просто, Ростислав, у нас как помощник и спаситель. Потому что информации масса. Конечно же, будем говорить о тех мобилизационных ноу-хау, поданных кабинетом министров в Верховную Раду. И без вас тут, как без специалиста, юриста и адвоката, нам просто не обойтись. Поэтому я вам очень благодарна. Я знаю вашу загрузку рабочую. Я вам очень благодарна, что вы нашли время с нами пообщаться. Я думаю, все уже мельком видели, читали, значит, все средства массовой информации, телеграм-каналы. Кстати, YouTube-канал Ростислава Кравца ниже будет по трансляции ссылка. Заходите, там уже есть видео на эту тему. Сегодня-завтра будет еще одно. Очень интересно послушать. Сделайте это и подпишитесь. Есть несколько моментов, которые интересны мне и нашим зрителям. В комментариях у нас писали, уже спрашивают. Поэтому я хочу вот на отдельных каких-то блоках остановиться. Но, во-первых, значит, законопроект, есть норма, поданная Кабмином, согласно которой якобы все призывники должны будут зарегистрироваться или обновить, да, свои данные в ТЦК в течение 20 дней, по-моему, там указано, после продления, значит, вот этого мобилизационного периода. А следующее ожидается, насколько я помню, 14 февраля. Скажите, что это значит, что все призывники, да, которые сделают это в установленные сроки, не сделают, точнее, будут считаться нарушителями? Если да, то как их идентифицировать? А как этих нарушителей выявлять? Просто поясните, что это за логика и каким образом де юра это можно будет сделать? Ну, тут есть несколько аспектов. Конечно, день всех влюбленных, все бросятся от своих любимых к экрану, голубым экранам, да? Компьютерам, да, и начнут, если этот законопроект проголосуют, и начнут искать ту базу данных, где они должны что-то зарегистрировать, иметь электронные ключи и так далее и тому подобное. При этом же гражданин Умеров, это я напомню, бывший глава фонда государственного имущества, такой очень крупный мужчина, сейчас его назначили на новую ответственную должность министра обороны. К сожалению, там даже слово «Украина» он написал через не «и» с двумя точечками, а «и» кратко. Ну, так, может, министр обороны вот этот «Украины», даже не знаю, как вы говорите это слово, указал, что дополнительных финансовых вложений в пояснительной записке к самому законопроекту не нужно. Так вот у меня вопрос, а если не нужно, так а за счет чего будут создавать вот эту базу и электронные кабинеты? Для этого ничего не нужно финансово? Поверьте, как только вот в таком виде его начнут принимать без каких-то экономических обоснований, я думаю, что я буду не один, кто обратится в правоохранительные органы в части именно коррупции, что лица, которые ведут этот реестр, будут выделять на него деньги, хотя парламентарии сказали, что денег на него выделять не нужно. И фактически вот таким образом гражданин Умеров подложил такую большую-большую свинью для тех лиц, которые будут этот реестр вести, uh-huh, и, в принципе, наполнять. Это с одной стороны. Что касается санкций, то, что вы сказали, в 20-дневный срок, ну, я думаю, как это было с реестрами декларации, понятно, как только он включится, он, вероятнее всего, ляжет, и лежать он будет очень долго, и я думаю, здесь будут помогать нам, в кавычках, и Российская Федерация, которая будет, я думаю, атаковать этот отыгрывать свои пропаганды. Да, отыгрывать, да, да, mm-hmm, отыгрывать свои пропаганды, как украинские мужчины сутками просто пытаются стоять в очередях и зарегистрироваться в ЦНАПах, там, обновить свои данные. А в ЦНАПах нету, их выхватывают из очереди какие-то неизвестные люди в бусиках и уводят в неизвестных направлениях. То есть я думаю, что исходя из того, что они приняли, я уже говорил об этом, что у меня сложилось впечатление, что законопроект готовило, ну, минимум там 5 или 6 команд, которые сами по себе ничего не понимают в военном учете и мобилизации, и друг с другом ничего не согласовывали. И он получился вот такой несогласованный и непонятный. И, в принципе, не имеет никакого отношения ни к учету, ни к мобилизации, ни к повышению обороноспособности. На мой взгляд, наоборот, несет в себе угрозу обороноспособности и полного развала страны. Поэтому, что касается штрафов, которые они собираются вводить, ну, теоретически... Слушайте, да, но штрафы не маленькие, да? Я просто напомню зрителям то, что прописано. Значит, во время особого стану, особливого стану, это 200 до 204 тысяч...
а за отказ от прохождения ВЛК от 3 до 5 лет лишения свободы. Ну, они так пытаются, в любом случае эти штрафы будут оспариваться в суде, то есть у нас суды тоже лягут, потому что эти штрафы будут миллионы, объективно, так как какие с НЗК, так и с вот этим, правильно заполнить, подать вовремя, просто физически это сделать будет невозможно. Но неладно, парламентарии будут, если это примут, потому что у меня большие сомнения по поводу того, что это в принципе будет принято даже в подобном виде. Я думаю, что вероятнее всего, как это бывает в таких случаях, скорее всего, что законопроект отзовут и опять начнут поэтапно что-то там, чего-то менять, вносить, и в ручном режиме давать кабинету министров полномочия руководить мобилизацией и военным учетом, uh-huh. мимо законов, мимо Конституции Украины. Думаю, что в конце концов они к этому придут, потому что когда протрезвеют, так, я имею в виду не от алкогольного опьянения, а от uh-huh. успехов. Образно, от успехов, да. Uh-huh. Да. Протрезвеют от успехов, то я думаю, придет понимание, что это физически нельзя осуществить и сделать тех граждан преступниками, загнать их в угол, это крайне опасно. Потому что может же тут же палка о двух концах, если все преступники уже, то что ж ты? Ты же тоже становишься автоматически тоже таким же преступником, как и они сами. Но это не... про рыбу, которая гниет, да, вы об этом. Да, да, да. Это, а это вот я просто как у меня, знаете, сосед. Угу. Расскажите, понимаешь? Очень интересный момент с этими. Значит, письмами заказными, письмами на электронную почту, да, в электронном кабинете. Я сегодня читала комментарии Магеры, да, созаместитель председателя ЦИК. А, вот он говорит, прям процитирую, реальных механизмов реализации законопроекта об обязанности создания электронного кабинета для призыва или получения повестки в электронной форме не существует. То есть законодательный конфликт, при котором один закон пересекается с другим и нет реального права заставлять людей носить с собой электронное устройство и пользоваться электронной почтой. А, что в этом реально, а что за гранью фантастики? Ну, то, о чем я и говорил, что законопроект не согласован, и многие нормы противоречат не только закону, но и здоровой логике. Он все абсолютно правильно сказал, да, в законопроекте написано, что обязаны завести электронный да. кабинет. Ну, не завели они электронный кабинет. Каким причинам? Есть ли за это ответственность? Нет за это ответственности никакой. Значит, для них должны завести электронный кабинет, значит, им должны ставить тавро, что у него вот есть электронный кабинет. Каким образом вы человека заставите где-то зарегистрироваться? Должен. Там срока нет, когда ты должен. Ну, должен и должен. Ну, вот сегодня нет времени, завтра нет электричества, послезавтра нет интернета, а послезавтра нет настроения. Поэтому то, что он написал, это имеет под собой смысл. И носить с собой электронное устройство, постоянно проверять, обязать людей проверять, что там пришло в электронный кабинет, ну, тоже это будет очень интересно выглядеть, что призывник, резервист, мобилизированный, зобов'язаний там не рідше одного разу на 48 годин ходити під своїм підписом, перевіряти наявність там повістки. Ну, можна так написати. Ну, знаєте, ми скатились, ушли далі, ніж Рашистська Федерація. Вот в вопросах построєння тоталітарної країни. Я думаю, що це вот то, что мы процитировали, это из области реально фантастики. Это то, что якобы появится добрый царь, который скажет, ну, мне тут министр Федоров, который говорил, что у нас есть база. Угу. Еще помните, 3 месяца назад он говорил, что на 95% она наполнена. Угу. Да, при этом у меня такой вопрос, так, а что это за повестки для уточнения обликовых данных, если она уже наполнена? Если у вас есть там безграничные полномочия получать данные из любых реестров, что же это за эти воронки зеленого uh-huh. цвета мотаются по всей стране с лицами, которые и забирают людей для уточнения данных. Как-то 95% у нас разное понимание этих 95%. Поэтому объективно это неисполнимо физически на сегодняшний момент. И это не имеет, даже если это физически исполнить, это под собой не имеет абсолютно никакой логики. Опять же, цель законопроекта, вы знаете, вот в погоне за там тотальная мобилизация и построение тоталитарного государства, мы вообще потеряли цель этого законопроекта. Цель – это вообще наладить воинский учет. Он не налаживает воинский учет. Он фактически всех граждан Украины делает заложниками каких-то баз.
заложниками военных. Так быть не должно. При этом государство, с другой стороны, абсолютно не делает ничего для увеличения каких-либо гарантий и защиты граждан страны. Мы не являемся все поголовно, да, мы братья казацкого рода, но все это поется в переносном смысле. Мы не являемся все военнослужащими. Вводятся какие-то там базовые обучения, обязательное обучение всех. Я уже говорил, знаете, самое смешное в этом законопроекте, что генеральный прокурор у нас может быть без юридического образования, может быть без опыта работы, но он не может быть без базовой военного освиты, то есть без базового, то есть без прохождения вот, или срочной службы, или там получения какой-то военной специальности. Прокурора у нас быть такого не может. Но без юрообразования прокурор быть может. Так мы скатываемся в какую-то милитаристическую страну полностью. Вот в этом вопрос. Или что? Или украинцев будут давать там в аренду воевать где-нибудь в Африке или еще каких-то там гондурасов? Uh-huh. Наводить порядок во всем мире? На самом деле вот подобные вещи, они абсолютно неприемлемы в том виде, в котором они озвучены. И у меня складывается впечатление, что сейчас, конечно, депутаты у нас там уже где-то числа до 10-го же нужно отдыхать. Да-да-да. Угу. Сейчас, конечно, социологические службы получат неплохие заказы, а вернее, хорошие заказы, получат вот эти срезы общества, узнают, насколько далеко, чем пошел русский корабль, посылают авторов этого законопроекта. При этом мы видим, что, видимо, Шмигаля не жалко, но никто из депутатов не решился поставить подпись под этим великим шедевром. Даже печально известная Марьяна Б. и то не взяла на себя ответственность разработки этого законопроекта, понимая, что здесь уже может речь идти как раз о тех опросах, которых она, помните, где-то месяца два назад. Да, да, да. Да. Как там любят, как там любят глубоко народных депутатов. Я думаю, что здесь могут осуществляться и прогнозы в этих голосованиях. Ну, опять же, я всех призываю к одному, не обращать на это объективно никакого внимания. Просто спокойно провести праздники. Прекратите об этом думать, от того, что вы нервничаете, думаете, обсуждаете, кричите, обзываетесь, посылаете их следом за русским кораблем или еще дальше, ровным счетом ничего не изменится. Ждем 10 числа. Для всех понятно и так объективно, что любое лицо, которое проголосует за этот законопроект, и каким бы соусом оно ни рассказывало, как у нас одно время вот при Петре Алексеевиче была модная тема. Да, мы знаем, что он неправильный, да, мы знаем, что он кривой, да, мы знаем, что он там противоречит Конституции. Но давайте мы его примем и потом будем менять. Здесь очень модно было говорить, Европа требует или МВФ да, требует. Да, да, НАТО. Нас НАТО не примут. Ну, как раз тут стандарты НАТО нарушены полностью. Когда вопросы воинского учета, воинской службы формирования вооруженных сил Украины от Генштаба переданы Министерству обороны и Кабинету министров. Ну, это просто трэш. Вот реально, это объективно трэш. Поэтому я всем рекомендую, вот вашим зрителям и своим я также рекомендую. Пожалуйста, нервов хватает на другие вещи. Уделите лучше внимание на эти праздники своим близким и родным. Не обращайте внимания на лиц, которым надо принимать лекарства, они занимаются совсем другими вещами. Будет 10 число и посмотрим. И у меня очень большие вот надежды на то и впечатления от вот этого полного безобразия, то законопроект просто отзовут. Потому что он просто недееспособный. Тут даже нельзя себя представить таким, знаете, всемогущим, добрым воином света, который что-то там изменит. Там менять нечего. Знаете, вот как говорят... Ну, то есть что-то же принять должны, получается, взамен как альтернативу. Будут делать вот несколькими, знаете, с кое-чего вот пулю не слепишь. Вот это вот кое-чего, это вот этот законопроект. Поэтому на самом деле они могут разбить его вот на вот эти... Сколько там, 10 команд было, на 10 законопроектов, вот тут давайте разберемся с инвалидами. Тут давайте разберемся с отсрочками. Тут давайте разберемся с увольнением с воинской службы. То есть там есть блоки. Самая вот интересная история, вот самое неприятное, то, что меня крайне вот обратило внимание, это то, что законопроектом предлагается сотрудников Службы безопасности Украины и сотрудников Управления государственной охраны увольнять без каких-либо объяснений. Просто ты не нужен, и тебя уволили в один момент. Вы понимаете, насколько это удар по национальной безопасности?
когда человек несет службу, охраняет национальную безопасность, а к нему приходят и говорят: слушай, ты там, блин, руку не пожал, или ты там не улыбнулся кому-то, пошел нафиг. Ну, объективно. Вот на может, следующий день документ под грифом «секретно» может стать всеобщим достоянием, да? Ну, да, условно. Да, да. Причем не украинцев, а совсем да. других случаев. Угу. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вот тут не стоит речь о воинском учете мобилизации, каком-то там упорядочении. Речь стоит о построении тоталитарной страны и создании вот доброго царя, может, попытки исправить какие-то рейтинги. Я думаю, они не то, что их там похоронили, там ушли в дно. Там уже третье дно было пробито этими рейтингами, поэтому антирейтинг, который сейчас создан действующей власти, и всем, кто так или иначе причастен к этому законопроекту, поэтому от него, видно, шарахаются как от прокаженного, я думаю, будет просто зашкален. Поэтому я всем вот зрителям рекомендую. Не обращайте просто на это внимание. А вот эта норма, вы уже не сказали, по поводу, значит, третьей группы людей с инвалидностью, да, я просто напомню нашим зрителям, что там за заболевание, сегодня все об этом писали очень активно, значит, отсутствие глаза, отсутствие одной почки, отсутствие одного легкого, ну и так далее. Карлики сюда же. И там целый список, там можно посмотреть в постановлении Кабмина, если не ошибаюсь, 2015 года. Но в эту историю тоже влезла, значит, Марьяна Б., как вы ее называете, и она сказала, что, мол, ну, то есть акценты смещаются сразу на Залужного, мол, да, там главнокомандующий еще и, значит, о второй группе людей с инвалидностью говорил. Вот это что за история? Ну, на самом деле тут надо разделять людей с инвалидностью на две истории. Первое – это то, что они выделили людей с инвалидностью, людей с первой и второй группой инвалидности. И в конце концов там, между прочим, написали, что люди с инвалидностью имеют право не служить в вооруженных силах, неважно какая группа, в случае только по собственному желанию, если у них есть инвалидность. Как будто мы лучше Российской Федерации. Но при этом, если на сегодняшний момент существуют отсрочки для лиц, которые, например, вот жена третья группа инвалидности, родители первая, вторая группа инвалидности, то теперь, если кто-то, вот супруга третья группа инвалидности, отсрочки нет, и если у людей первая, вторая группа инвалидности, но они не требуют постоянного догляду, то есть они не лежачие, угу. То есть он ходит, дышать может, ну все. Ему постоянный догляд не надо, до магазина доколупает, там, ну да, за два дня дойдет, ну и назад два дня. Ну ничего страшного, люди помогут, постоянный догляд не нужен. Так вот эти люди утратили право на получение отсрочки от мобилизации. То есть сейчас это то, что пугает очень громадное количество людей, которые реально зависят от своих близких и родственников. То, что забирает право на отсрочку лиц, которые досматривают людей с первой, второй, ну и вот если супруги, то третья группа инвалидности. А это крайне важно. И, к сожалению, Марьяна Б., которая, говорят, в 2015 году где-то проходила службу, ну, да, на самом деле... Она всегда скажем, об этом пишет. Да-да-да, она пишет, мы даже направили запросы по этому поводу, хотим же узнать. Кстати, вот я что-то подумал, может, в Википедии там что-нибудь есть. Но, правда, в Википедии, как Шабунин писал, что он где-то служил и воевал, мы дали запрос, оказалось, что он служил, но не воевал. Что его там даже не пахло, даже рядом не пахло. Вот. Ну, потому что Википедия – это такая организация. Такой себе первый источник. Да. Поэтому я думаю, что мы сделаем запрос, наверное, сегодня, вот сейчас дам, попрошу коллег направить запрос в Генеральный штаб все-таки, уточнить, где же проходила служба Марьяна Б. и принимала ли она участие в боевых действиях. А то окажется, как Шабунин, в кабинете на ЗК он там проводит боевые действия, причем это абсолютно незаконно и нарушает норму законодательства. По этому поводу мы вот уже открыто по нашему заявлению уголовное дело. Я надеюсь, что ДБР хотя бы это дело не провалит и доведет до логического завершения. Да, что касается Марьяны Б., ну, мы видим, что она тоже не выступила тут инициатором. Ну и в принципе ее вот поведение, опять же, попытка последние, особенно посты, перевести все на Генеральный штаб, что это, в общем-то, видение Генерального штаба, на самом деле, на мой взгляд, не имеет ничего общего с реальностью. От Генерального штаба, от Залужного мы не слышали каких-либо заявлений, хотя сейчас, я думаю, могут его заставить, зная вот тот конфликт, заставить сказать, что да, он поддерживает этот законопроект, люди нужны. Люди действительно нужны
Профессионалы. Как я уже говорил, украинцы, мы казацкого рода, но это же не значит, что мы являемся гарматным мясом. Да, мы защищаем свои земли. С испокон веков мы живем здесь, ну, в центре Европы, на самых, в общем-то, плодородных землях и умудрились за столько столетий, в общем-то, их отстоять и сохранить. Я думаю, сейчас это удастся точно так же. От этой навалы болотных людей мы все равно защитим свою страну. Но рассчитывать нам нужно исключительно только на себя, объективно. И это должна быть аксиома уже давно. Все эти наши международные партнеры, друзья, на самом деле каждый из них действует абсолютно в своих интересах, и это видно. Поэтому здесь необходимо действовать, как я вижу, полностью по-своему. А единственный эффективный, я уже давал пару дней назад, я об этом писал, единственный эффективный, на мой взгляд, рецепт, в принципе, надлежащей мобилизации, этот закон не нужен. Необходимо действительно все-таки показать собственный пример студентам, министров, народных депутатов, первых лиц государства, родственники, друзья находятся на фронте. Как только это будет, вот по примеру Израиля, вот возьмите пример с Израиля, тогда люди, которые находятся у власти, уже не на примере каких-то экспертов, которые вчера были там, руководили спа-салонами, они позавчера закончили среднюю школу там, с волчьим билетом, как раньше говорили, вчера руководили спа-салоном, а сегодня она уже руководитель какого-то там комитета по разведке и обороне и дает советы кадровым военным, как надо воевать, что надо покупать, каким вооружением надо пользоваться, какие стандарты в НАТО, хотя понятия и близко не имеет, в принципе, ничего о военной службе. А каждая профессия это все-таки держится на профессионалах. Просто так онлайн получить образование невозможно, как это пытаются делать при COVID и пытаются продолжать сейчас. Поэтому, на мой взгляд, здесь крайне важно на сегодняшний момент это сохранить государство, потому что речь в этом законе идет не о обороне, не о мобилизации, речь идет о развале и уничтожении государства и попытке загнать людей в угол, а это, в общем-то, довольно страшно. Ростислав, еще пару моментов. Один из них – это вот заявление, которая появилась буквально до нашего с вами эфира, вот Романа Костенко, это секретарь профильного оборонного комитета парламентского. Значит, а мобилизация... Извините, я перебью, не знаете, там образование у нее есть? Не знаю, кстати, не проверяла. Сколько ей лет? Смотреть. Нужно посмотреть 22, 23? Нужно посмотреть в Википедии, наши с вами любимые. Значит, мобилизация, говорит, 500 000 человек необходимо для восполнения санитарных потерь, формирования новых подразделений. Но вот дальше основное, то, что гораздо важнее, да, такой эмоционально-психологический фактор. Значит, воевать должны все, а не рассказывать об экономическом или каком-то еще фронте, говорит он. Украинцы думали, что скоро будет победа и решили не готовиться к мобилизации, а планы нового масштабного призыва стали для них холодным душем. Вам как такие заявления? Тут, знаете, одни сбрасывают все на Залужного, а вторые все на украинцев. Я правильно понимаю? Не, я понимаю, между строк я прочитал, что недовольны Будановым. Он же Буданов говорил, что мы в этом году Крым возьмем. Я на набережной, да, в том числе. Да, да, да. Я так понимаю, что это уже камень в огород Буданова пошел. Ну, на самом деле, я же говорю, что медицина здесь бессильна, если коротко сказать. Вот эти пафосные заявления, что должны воевать все, должны идти все, будут все. Покажите пример. Сходите. Сходите, покажите пример. Вот из 400 депутатов, то, что вот с начала российской агрессии широкомасштабной, не с 2014 года, а только в марте, я уже говорил это неоднократно, 2022 года в марте, гражданка Третьякова внесла законопроект под видом защиты детей и защитила депутатов от мобилизации. Но это от мобилизации, это внесены изменения были только в марте 2022 года в закон о мобилизации, о том, что депутаты, народные депутаты имеют право на отсрочку. До этого не было. Так вот вопрос. Право на отсрочку и военный учет – это две, как говорят в Одессе, принципиальные разницы. У меня вопрос, сколько из 400 депутатов стало на военный учет? Сколько жен этих народных депутатов, мужей народных депутатов стало на военный учет? Ну покажите эту статистику, расскажите людям, вот смотрите, то мы не просто говорим, что мы готовы воевать, мы уже вот одели берцы, мы уже вот одели там панталоны, одели штаны, бронежилет купили, каску, за все за свой счет. Мы готовы идти, ждем только вот команду, когда нас отправят. Ну, покажите хотя бы это. Пока не будет личного примера, какие бы карательные меры ни вводили,
это все не будет иметь никакого эффекта и будет только усложнять ситуацию как на фронте, так и непосредственно в тылу. Я помню, где-то около полугода назад у Стефанчука спрашивали об этом. Он сказал, ну, я точно не знаю, но где-то, если я не ошибаюсь, говорил, что тут трое-пятеро. Ну, понимаем масштабы, да? Последнее, по поводу, значит, тех, кто за границей, украинских беженцев, тут очень много пугалок и на этот счет, мол, лишим пособий, значит, лишим гражданства, и такие были предложения. Сейчас в этом новом мобилизационном, значит, кабминовском законопроекте также говорят, что обязаны будут встать на учет, обязаны будут, значит, если... Приезжать в Украину, отмечаться. Да, приезжать в Украину и отмечаться. Все по закону, если примут. Я смотрю, мы пока с вами разговариваем, появляются ролики в соцсетях, в частности, Валенсия пишет, Испания. На видео очереди украинцев на оформление документов за границей после публикации нового законопроекта о мобилизации. И, значит, десятки человек выстроены получить какие-то документы разрешительные вот таких вот в мобильных консульствах, посольствах и так далее. Вот эта история, чем чревата? И это только пугалка или нет? Ну, как вы знаете, вот недавно мы брали в едином марафоне интервью, так диктор красиво подошел, поступили горячие новые из Эстонии. Я говорю, это уже само по себе уже как хохма. Горячие новости из Эстонии, это уже как хохма выглядит по поводу того, что там какой-то министр, то ли МВД, то ли МЗС, сказал, что они будут отлавливать украинских мужчин и отправлять их, разрабатывать законопроекты, отправлять их в Украину. Ну, я прогнозировал, что он в понедельник, это выходные, по-моему, брали мне интервью, что в понедельник этого министра не будет, тут-то больше горячих новостей от эстонских парней не слышно. Вот так-то пропали эстонские парни с горячими новостями. Да, поэтому, на мой взгляд, это не то, что пугалки, это противоречит международным нормам. Если мы занялись геноцидом у себя в стране, международное общество еще помнит все-таки Вторую мировую войну, и когда евреев не принимали ни в одной стране мира. Отправляли обратно в Германию, чтобы их сжигали в газовых лагерях, в концтаборах. Ну и что? Я же говорю, вот любой политик, который только это заявит, он ставит крест на своей карьере в любой европейской демократической стране. И то, что у нас вот эти 22-летние, 3-летние, 4-летние, даже, может, 50-летние граждане, которые никогда не имели вообще ничего общего ни с государством, ни с военной службой, сейчас что-то там подобное заявляют, это говорит только об одном. Их полном непонимании, в принципе, того места, на котором они находятся. Ну, вот просто полное непонимание. То, что они приняли этот законопроект, ну, внесли этот законопроект, вернее, не они, они что-то ни при чем. Вы понимаете, что мы говорим они. Это Шмигаль. Все виноват Шмигаль и Умеров, который не умеет писать слово «Украина». Вот два виноватых у нас теперь для украинцев будет. Не они это вносили. Вот, то на самом деле это норма, которая по поводу мобилизации за границей, это очередной шаг к тому, чтобы просто отбить любое желание украинцев возвращаться на родину. Никто не лишит их гражданства, никто не оставит, не депортирует их в Украину назад. Даже если у них не будет документов, им дадут временные документы, они получат статусы беженцев, они получат статусы апартеидов, если такое возможно будет, потому что запрещено лишать гражданства людей, если у них нет другого гражданства. Они получат гражданство других стран, но мы потеряем вот те 10-12 миллионов украинцев, которые сейчас находятся за границей. И подобные заявления к этому ведут. Я считаю, что сам законопроект, так и подобные заявления, это, в принципе, есть все основания говорить о государственной измене тех лиц, которые это все готовили. Я благодарю вас за то, что помогли нам немного разобраться. Ну и вообще, да, предупрежден, вооружен. Не нужно бояться, потому что, согласитесь, у нас эта тема, она переросла просто для многих в такой триггер. Да, она стала очень болезненной, на грани прям, значит, со страхом. С вот потому что касается какими-то... каждого уже. Касается, да, да. Особенно для тех, кто, ну, не знаком с законом. Я вам советую знакомиться с законодательной базой. Если сложно, есть профессионалы, да, есть кровец, который присоединится и расскажет по трансляции. Еще раз напомню, будет ссылка на YouTube Ростислава. Заходите, подписывайтесь, там масса полезных материалов. Спасибо, Ростислав. И вам большое спасибо. Будем вместе
продвигать с наступающими праздниками. И, пожалуйста, до 10 числа не думайте о плохом. Думайте о хорошем. Будьте со своими близкими. Помогайте им держаться. Потому что плохих новостей хватает и так. Прожили день, и слава Богу. Прекрасная погода. Будет плюс 5, обещают, на Новый год. Все, как мы любим, да, весенний так. Новый год, декабрьский январь, с наступающим так. У вас. С наступающим, да. До свидания.